Друзья, я вас приветствую на своем канале. Сегодня готовим котлеты из картофеля и тунца. Можно брать любые рыбные консервы. Я только что отварила картофель. Картофель у меня 800 граммов. Воду не солила. Сейчас нагреваем сковородку. Наливаем растительного масла. Ложки 3-4. Выкладываем репчатый лук. У меня ушла одна средняя луковица. Миленько порезала его. И обжариваем лук до румяности. А пока картофель отваренный помнем. Лук начал подрумяниваться. И вводим сюда натертую морковь. Перемешиваем и продолжаем обжаривать на сковороде. Картофель хорошо размяли, отставляем в сторонку. Продолжаем обжаривать морковь луком. Нам необходим небольшой пучок петрушки или любой зелени. Петрушку надо меленько порезать. Измельченную петрушку выкладываем в картофель. Проверяем нашу морковь с луком. Лук с морковью хорошо обжарились. Выключаем газ и выкладываем в миску с картофелем морковь с луком. Открываем баночку тунца. У меня тунца в баночке 150 грамм. Сливаем жидкость и выкладываем консерву тоже в картофельную массу. Как я вам сказала, это может быть любая рыбная консерва. Теперь всю массу нам надо поперчить. У меня черный молотый перец свежего помола. Также в массу вводим любой твердый сыр. У меня моцарелла 70 граммов. Перемешиваем. Надо массу подсолить. Не забываем, что сыр соленый и тунец немного соленый. Все ингредиенты надо соединить. Отставляем массу в сторонку. Берем небольшую мисочку и вбиваем одно яйцо. Добавляем немного воды и все хорошо смешиваем. Отставляем в сторонку. Также у меня подготовлена другая мисочка. В ней панировочные сухари. Ложкой набираем картофельные массы. Придаем формы котлеты. Макаем в яйцо с водой каждую котлетку и выкладываем панировочные сухари. Обсыпаем панировочными сухарями и выкладываем. Берем опять ложку картофельной массы, придаем форму котлетке, окунаем в яйцо, взбитое с водой, и выкладываем панировочные сухари. Обсыпаем и выкладываем на доску. И так поступаем со всей оставшейся массой. Друзья, я подготовила полуфабрикаты. Берем сковородку, нагреваем ее, наливаем растительного масла. Масло должно немного нагреться. И выкладываем котлетки на сковородку. Готовятся котлеты очень быстро. Обжариваем с двух сторон до румяного цвета. Готовые котлетки выкладываем на блюдо. Итак, друзья, мы сегодня с вами приготовили вкусные
полезные. Легкие в приготовлении картофельные котлеты с тунцом или с любыми рыбными консервами. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и пока-пока!